подбирался. И вот теперь повод. В июне 81-го они захватили мировые хит-парады с петловским попурри. Причем очень лихо песни скомпоновали, и даже голоса звучали очень похоже. И целиком этот медли звучал аж 16 минут. И я с удовольствием сегодня вместе с вами все это дело вспомнил. Только пару слов скажу. Наверное, так кому-то.